Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте продолжать. Помните, в прошлой серии я искал с вами медь, бегал. Нашел я таки медь полностью, то столько, сколько нам нужно. А вот по поводу олова у нас, к сожалению, проблемка. Я не мог найти олова, но мне повезло. Там, где у нас был запас меди, я в правую сторону сбегал, зашел в домик, нашел такой же самый, в котором мы сейчас живем. И нашел там кирку. Она, конечно, уже очень потрепанная, но лучше хоть что-то, чем вообще ничего, согласны? Так что давайте сейчас нарубаем дров, закипятим воды. Да, кстати, нашел себе еще там пустые бутылки, две штуки с крышками. Можем теперь переносить воду. Сейчас мы заварим водички, плюс поговорим с человеком, который к нам пришел. Вон он стоит, нас ждет. Помните, у нас было письмо, мы нашли, что... Я приду через 2 дня, поговорю с тобой. Сейчас мы к нему подойдем. Но нужно будет сначала воду, да, наверное, сделать. Либо сразу с ним поговорить. Давай установим. Привет, ты кто? Говорить. Личность в плаще. Наконец-то мы встретились. Ты кто? Я Этрик из секты, названной последователи божественного... Лемени. Сейчас мы посвящаем свое время изучению Блайта и его происхождения. Блайт — это вот эта вот штука, блядь, которой мы заражены. Что вы знаете о Блайте? Мы считаем, что Блайт — это проявление великого пророчества. В нем говорится о времени, когда человек будет наказан за свои гордыню и злые дела. Угу. И это время пришло сейчас. Я пришел к вам, чтобы попросить о помощи. Мы всего лишь собрание старейшин, неподходящих для более опасных задач, связанных с нашими исследованиями. Поможете ли вы нам? Что вам от меня нужно? В настоящее время нам требуются образцы, которые довольно трудно получить, которые из них находятся в очень зараженных районах дикой природы. Взамен мы поделимся всем, что знаем и изучаем в настоящее время. Например, чем средством лечения защиты веществами. А, ой, давай. Угу. Отлично, мы еще не смогли совершить путешествие в эти болота из-за связанных с этими опасностями. Поэтому просим вас помочь нам в этом. Какая опасность? Болото всегда было враждебной средой, кишащей хищниками и рассадниками насекомых. Однако мы заметили, что некоторые грибы, растущие в здоровых лесных районах, обладают небольшим терапевтическим эффектом. Если их приготовить в виде супа, возьмите их, взять предметы. Спасибо. Угу. Мы разбили лагерь в небольшой пещере, неподалеку отсюда. Встречайте меня там со всем, что найдете. Я отмечу место на вашей карте. Окей. Поторопитесь. Условия в этом районе быстро ухудшаются. В ближайшие дни ожидается усиление штормов, каждый из которых принесет с собой... Ага. Окей. Уходить. Ладно, у нас с вами появились грибы. Сейчас мы ими займемся. Сейчас, секунду, нужно будет дрова донести. Сварить этот вот суп, наверное, да? И отправляться на болото. Так, а ты на карте отметил, где вы находитесь? А почему? Ага, вот вы где находитесь, последователи, да? А вот и болото. Давайте, наверное, сейчас сварим себе... Вот этот вот суп положим к себе в инвентарь, а точнее в бутылку, да? И отправимся. Угу. Забрать. Палочка. Не, давай, наверное, возьмем вот такую вот палочку, одну штучку. И из тебя мы сделаем крафт. Вот, отлично. Отлично, все, 4 штучки. Теперь нужно одну. Нужно будет половину вещей оставить дома. Так, шикарно. Что нужно? Нужно развести огонь, да?
Развести огонь, где ты? Ну, а для... Так, исследуйте ближайшее болото после необходимой подготовки. Убедитесь, что у вас все есть. Достаточно еды и воды, достаточно энергии и здоровья, а также защитное снаряжение, вроде перчаток для работы с любым болезнетворными веществами. Ага, по поводу перчаток. Мы можем вроде перчатки с вами делать, только... Так, а погоди, инструменты, строительство, инвентаре, перчатки, перчатки. Перчатки вроде у нас делаются из кожи, а кожи, к сожалению, у нас нету с вами. Ля, каменная стена, прикольно, нужно будет заняться ей. Ага, а если мы без перчаток туда сходим? Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Возьмем с вами, что здесь? Ага, выпить все. Выпиваем, забираем, сходим, сейчас наберем водички. Сделаем этот суп, сохранимся на всякий пожарный случай. И сбегаем на болото, посмотрим, может мы и так сможем выполнить. Если нет, то вернемся назад. Так, набрать. Отлично. Потому что перчатки делать, он сказал, нужно поторопиться, в течение 2-3 дней нам буря придет. Так что не будем, наверное, затягивать. А потом по пути, возможно, и олово поищем, как вы думаете. Так, зажечь. Так, что нужно? Мне нужен один корень женьшеня, 20 грамм соли. Хорошо, женьшень, соль, женьшень. Я, по-моему, не находил здесь женьшень. Если я не ошибаюсь. Нужно будет сейчас женьшень найти. И одуванчики. Одуванчики, по-моему, да. Из одуванчиков мы соль делаем. Так, забрать, забрать. По-моему, здесь женьшеня я так и не нашел. Да, заберем, заберем. Надеюсь, что женщина где-то здесь будет. Ветка, ветка. Гвоздика. Интересно. Давай гвоздику возьмем тоже. Мало ли, может пригодится. Так, что по поводу еды? Давай, наверное, съесть. 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 Все, у нас только кролик остался. Зараженный. Дикий чеснок. Не, трогать не будем, пусть растет. Нам женьшень нужен. Блин, а самое интересное, что этот женьшень может находиться за сотни километров от нас. Так, конопля, хорошо. Одуванчик, одуванчик. Блин, игра, ну не прикалывайся, ну дай, пожалуйста, женьшень. Чтобы мы зря время не тратили, знал бы. Наверное, сначала женьшень нашел бы, да? А потом уже все остальное. Может, мы сейчас и олово здесь найдем? Как думаете? Нам олово тоже нужно. Блин, неужели так трудно найти женьшень? Ладненько, давайте бегать. Давай бегать, давай смотреть. Одни одуванчики.
Одни дрончики и палочки. А женьшеня вообще нету. Далеко вообще ушли с вами? Ну да, далековастенько. Так, палка, палка, ветка, камень. Волки. Давайте, наверное, я сейчас поставлю на паузу, найду женьшень. И сразу продолжим, потому что я могу реально так бродить. Очень долго и нудно. Так что все, не прощаюсь. Через секунду буквально с вами услышимся. Не поверите, ребят, еле нашел этот корень женьшеня. Но все, мы с вами справились. Так что можно будет сейчас приготовить. Нужно будет опять заново. Нужно будет зажечь костер. Нарубать дров. Потому что пришлось заново заходить в игру, потому что реально я пробежал влево сначала километров 200, потом вправо. Еле, я же говорю, еле нашли мы. Ну ладно, мы справились. Так, хорошо, блин. Давай, руби. Сейчас нужно будет накипятить водички, приготовить суп из этих грибов и дальше уже посмотреть, что нас там ждет в этих болотах, и сбегать туда. Перед этим предварительно сохранимся. Сохранимся, наверное, перед тем, как будем идти. Так, что такое? Что нам мешает? Во. Шикарно, шикарно. Давай добудем. Где бревно? Вот бревно. По-моему, тоже, да? Одно получится. Если не ошибаюсь. Так, хорошо, хорошо. Все, пошли. Блин, зато вот гребаная дождь постоянно. Все намокает полностью. Угу, давай сюда. А я, походу, не успел, да? Взять палочки сухие. Хорошо, и... Блин. Ладно, давай выкинем. Давай выкинем. Не знаю, будет ли зажигаться с помощью мокрого. Наверное, навряд ли, да? Так, 58%. Отлично. Значит, нужны еще маленькие палочки. Где ты? Так, дай сюда. Ага, нету места. Да ё-моё, я не то хотел взять. И нет, я хотел взять палочку и скрафтить с нее. Вот. Вот такое вот. Да, кстати, держу в курсе, этот домик пропускает воду, в котором я сейчас живу. Так что нужно будет себе делать укрытие, которое будет защищать нас от дождя. Так, зажечь. Есть, отлично. Давай добудем сейчас соль. Потом нужно будет взять водичку. Водичку и приготовить нам. Сколько здесь? 200 мл, да. И приготовить этот суп из грибов, которые нам дали. Из женьшеня и из соли, по-моему. Или с чего там. 20 грамм соли, чистой воды. Да-да-да. Хорошо. Набираем. Только я не помню, надо ли сначала заварить нам будет воду, либо сразу можно будет использовать. Ну, то есть в кипяток бросать, я не помню, нужно. Или в холодную воду можно положить будет. Так, дай сюда. Вот видите, сюда заходим, дождя нету. Это хорошо. Так, 8 минут. Ну, надо подождать. По-другому тут никак, ребят.
8 минут подождем. Все, мы просохли. Корень валерьяны. Тут можно как-то его садить. Вот видите, можно посадить корень. Но только на обработанной земле. А где эта обработанная земля, я пока без понятия. Возможно, у нас инструмент будет. И да. Что я хочу? Я хочу сходить, во-первых, на болото. А во-вторых, хочу вот сюда сбегать, посмотреть, что у нас здесь находится. В этих домах. Может, реально что-то там найдем интересное. Так, одна бутылочка с водой у нас есть. Нужно будет еще две заполнить. Вот это вот выложить, наверное, весь хлам, которым я не пользуюсь. Так, 160. Хорошо, отлично. Давай сюда. Давай грибочек. И давай корень женьшеня. А если мы вот так поменяем? Угу. Окей, возвращаем назад. Варить. Значит, нужно бросать это все в горячую воду. Но на улицу я выйти не могу, у меня соль растает, если я сейчас выйду. Так что постоим, подождем. Ну, как раз заодно и просушимся. А дождевика, я так понял, у нас здесь нету. В этой игре. Посадить. Можно посадить на обработанной почве. А как ее обработать? Ну, смотри. Давай предметы. Давай инструменты. У нас есть только топор. Топор и все. А как обрабатывать? Я не вижу здесь. Может, с помощью деревянной лопаты? Так, короткая доска. Откройте меню крафта. А может быть... Ага, а ну сейчас, секунду, ребят. Сейчас, может, мы лопату с вами сможем сделать и получится посадить корень женьшеня, чтобы он рос себе. Так, варить, да? 29 минут, 29 минут... Водянистый. Варить. Во, варим. Сейчас закончится дождик. Блин, соль. А у меня соль здесь, да, вся? Да. Давайте попробуем посмотреть. Может, мы реально сейчас с вами сможем сделать лопату. И сделаем маленький огород здесь, рядышком возле дома. Как думаете? Чтобы нам потом не бегать за этим женьшенем и грибами тоже. Так, ой, меня... Тихо-тихо, куда ты? Ой, где ты? Где ты? Все, успокойся. Берем. Нажимаем. И смотрим. Так, инструменты. Мне нужна лопата. Вот и деревянная лопата. Открыть меню крафта. Вот. Пилить. Пила. Ага. А для пилы? А для пилы, знаете, что нам нужно? Нам нужно будет найти олово. Тогда мы сможем сделать с вами и лопату. Окей. Окей. Ладушки. Нет, так нет. Это, в принципе, не сильно и расстроился. Но теперь я точно знаю, что мне нужно будет искать с вами олово, ребят. А я могу скрафтить себе какой-то ящик? Дубление. Что это? Требуются материалы. Угу, доска нужна. Хранилище. 15-10. 15 палок и 10 веревок. А давай посмотрим, если у нас... С вами 10 веревок. Как раз 10 веревок есть. И нужно 15 палок. Только куда их? Куда бы их бы так бы? Так, палочки.
Давай сделаем вот так вот и посмотрим. Разместить. Смогу где-то под навесом его поставить. Как-то вот так вот, да? О, отлично. Добавить материалы и давай ищем. Если получится сейчас с вами под навесом оставить... Тихо. 8 из 15. Если под навесом оставить все наши продукты, чтобы они не мокли, такие как соль, будет вообще интересно и прекрасным. Так, три палочки. Нужно будет потом насобирать это все. Хорошо, добавить. А я таки извиняюсь, а где веревка? Ага. Веревка. Так, ты кто? Ты готовый, да, суп? Мы можем заполнить стеклянную бутылку. Вот это вот будет у нас. Хорошо, тогда давай сделаем вот грибочек раз, грибочек два. А соли у нас нету, да? Ты соль всю потратил. Тогда не можем. Тогда, увы, не можем, ребят. Ну, значит, будет одно у нас зелье. Сейчас давай смотреть. 10 веревок, а я не могу собрать сюда вообще ничего, у меня места нету. Листья олеандра какого-то. Давай побегаем, посмотрим. Тут где-то должны быть рядом деревья, с которого мы делаем веревки. Нужно будет 9 штучек. Так, мокрая палка. А, вот ты. Не туда, вот сюда. Так, успокойся. Божечки ты мой. Вот, забери, пожалуйста. Вот, молодец, умничка. Еще 9 штучек нужно будет. Еще нужно будет 9 штучек найти. Вот, вижу. Сейчас нужно будет ящик сделать, сложить все туда. И сбегать посмотреть на болото, что там у нас находится. Может, возможно, с этим зельем, что у меня есть, мы сможем заходить вовнутрь. И как раз выполним квест. Так, хорошо. Давай крафтить. Так, что у нас? 4, 5, 6... 7. Это у нас 8 и 9. Где ты? Вот и 9. Хорошо, давай крафтить. Шикарно. Вот. Все, побежали домой. Побежали домой. Блин, может, еще соберем по пути? На всякий пожарный. Так, шикарно. Мы уже дома. Все, это мы отключаем. Заходим вот сюда. Добавить. И собираем. Блин, надеюсь, там нормально будет место. И мы сможем все выложить. Угу. Не то чтобы прям и много, но... Что это у нас? Древесный уголь. Давай сюда. Хотя бы немножко, но освободить место себе, согласны?
Лисидикова бергамота. Не знаю, надо ли они нам прямо сейчас, либо не надо. Грязевой раствор. Так, имбирь. Грибочки. Нужно будет посадить, потом найти. Найти олово, да? Угу. Оловянную руду. И посадить потом, сделав лопату. Так, металл весь тоже с вами забираем. Блин, как же это долго. Так, почва. Почву мы его выкинем, она нам не надо пока. Так, уголь нужен. Семена. Чертополоха. Ладно, пусть будут. Тебя тоже сюда положим. Тарелка. Валерьянка нам не надо, да? Пока месть, я думаю. Вот эти вот маленькие синие кристаллы, это уже без понятия, что из них можно делать. Давайте тоже сюда. Почву мы выкинем. Хлорень тоже прячем. Ты кто? Кусочек кремня пусть будет. Хлорень прячем. Шикарно. Ну, тоже пусть будут вот тут. Так, что ты? Грязевой раствор, почва. Давай сюда. Сосисонные. Больше не влазит, да, ничего? Все, тогда идем вот сюда. Это все мы выбрасываем, оно нам пока месть не нужно. На крайняк потом насобираем. Маленький камень тоже не нужен. Древесный уголь нам нужен. Почва и раствор. Так, стой, погоди. Не так быстро. Не так быстро. Так, все, отлично. Еще один грибочек нужно запрятать. Что лишнее? Давай вот эту вот штуку заберем. Грибочек сюда. Тебя мы просто выбросим. Все, отлично. Так, здесь у нас с вами зелье. Здесь у нас обычная водичка. Нужно будет еще воды набрать с вами. Так, давай крафтим. Создаем веревки. Создать запас. Давай где-то вот тут пока не создадим. Надо будет потом поубирать это все. Все, шикарно. Так, я предлагаю сейчас сбегать, наверное, водички набрать себе, закипятить, пока у нас есть время. Сколько у нас осталось? 12 минут. Маловастенько, не успеем, да? А, не, успеем. Давай рубим. Сейчас добавим туда топливо. Вот так вот, шикарно. И нужно будет воды добавить, сходить. Все, добавить топливо. Возможно, заполнить еще одну баклажку с водичкой. Хотя не знаю, нужно ли нам настолько много. Так, ребят, давайте, наверное, на этом серию закончим. Следующий с вами ходим вот сюда, на болото. Где наше болото? Вот болото, сходим сюда. И если получится выполнить задание, то... А где наши эти? В пещерах. Ага, вот они где тут. Пещера, хорошо. Болото. Посмотрим на этом болоте, а потом здесь на этом болоте посмотрим. Это у нас домики, да, я так понимаю? Нужно будет сходить к этим домикам, во-первых, потом к сюда. Посмотреть, может, реально там будет что-то интересное лежать. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем до потом и пока-пока. А я пока пофармлю сейчас себе дерево, камня, ну и водички наготовлю. Всем, всем до потом.